залазим на боярышник. Обычно они кустами растут, маленькие и тонкие. А этот царский, смотрите, какой толстенный. То есть ствол крепкий. И дерево царское. Так что попробуем залезть на него. Хотя он маленький, но колючий. Обычно у него шипы есть маленькие такие. Колючечки где-то в веточках. Тут оса летает с осиной талией. Ача. Вот, я уже на древе боярышника. Вон с плодами, с красненькими. Осень сентября у нас. Ну, прикольно, конечно, залез. Но дальше начинаются мелкие колючки. Попробую сейчас залезть. Далее. Колючечки на веточках. Хотя вроде бы они там не колятся. Так как на маслинах. Ну вот. Я на боярышнике с вами. Вы почувствуете. Это не куст, это древо. И древо, кстати, не слабое такое. Внизу там земля видно. Тут я в боярышниках. Так, надо еще выше чуть. Чуть выше залезем. Где-то цепляется веточками боярышник. О, я почти на древе, на высоте. То есть здесь боярышное царство. Вот. Сейчас покажу ягодки. Вот они. Видно ягодки? А, не везде тут ягодки. Да, это не кустик, это боярышник, настоящее дерево. Как оно тут умудрилось вырасти, интересно, конечно. Таких больших боярышников я не видел, он где-то высотой метров 8. А, колючки, колючки, колючки под ногами, они в стволе, оказывается, растут. Вот такой боярышник красивый, с плодами плодоносными. Дальше уже лезть некуда. Птичками я не буду на веточках. Вроде бы крепкое дерево, так не хрупкое. Ну да, оно сильное, я помню. Ветку сломать тут тяжело в нем. Если оно свежее. То есть оно непростое древо. Из твердых пород. А! Ну колючее. Можно пообезьяничать, но с фотоаппаратом не получится. Зацепится обезьяний фотоаппарат. То есть нет. Нет, фотоаппарат обезьяний зацепится, а я. Ну вот я. Я залез на веточку. Микрофон. Микрофон не просто улетел, он отцепился, отключился у меня. Но я пообезьяничал. То есть, это я сижу на высоте самого древа, высокого места.
То есть отсюда обзорчик Ямаха там у нас. Тут у нас поляк с подсолнухом. Там тоже поля ничьи, то есть ни с чем. И лозовая там где-то. А это боярышник, смотрите, какие красивые тут красавцы. Плоды. И я тут метров на 8 высотой вниз. Не знаю, где-то там земля. Не видать, потому что он густой, боярышник густой, густючий. Класс. Лепота. Это балка. Домашанская где-то там лозовая. Ну, сейчас будем слазить. Я буду слазить, а вы будете смотреть, как это получится. Надо сразу же отцепить микрофоны, причиндальчики, чтобы не цепляться за веточки. Это я на веточке стою, сантиметра 4 она в обхвате, наверное. Ну да, 3,5. Теперь надо назад куда-то попасть. Спутником неудобно. Оказывается, как обычно. Ну, видите, какая веточка была. Моя нога обезьяничала на веточке. Ну, здесь... А, снова колючка та же самая. Блин, упаковка. У меня сандали спадающие. Обувь. В сандалях сюда не залезть. Обезьяничаем на древе. Там уже земля видна. Опа! Да, вот это проколол. Ништяк. Все-таки колючечки чувствуются. Будет нога с дырками. Со многими. Все-таки он колючий. Боярышник прекрасный. Только что слез с боярышника. Круто. Ощущение такой маленький. Ну как маленький, толстенький, конечно, видите? Древо какое. Но колючий. Вроде бы колючек не видать. А попались такие сильные. 4 дырки в ноге. Кровище он где-то там льется чуть-чуть. Так что боярышник он знатный, хороший. Прекрасный попался. Толстенный. И с такими невидимыми колючками, которые впиваются в вас, если вы захотите полазить по нему. То обувайте крепкие такие башмаки кожаные, которые не про с толстой подошвой, которые не прокалывают ноги. А вообще ништяк. А тут еще вот дерево, волчья ягода растет. Видите, какая маленькая. Там уже с плодами, ну, такой малюсенькая ягодичка. Всем привет!